Мы зашли вовнутрь мечети, гордость мусульман. Она очень красивая. Она лаконичная, нет намешанных стилей. Строилась она 7 лет. И построена она из мрамора, который был завезен из Греции, который обладает уникальным свойством отталкивать солнечные лучи, поэтому даже в самый жаркий день здесь прохладно. На полу, как нам сказали, натуральные персидские ковры. Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда.